площадь катка мы оставляем, она остается такой же, 2000 квадратных метров. Но в этом году мы добавляем детскую зону для катания, она будет отдельно у нас огорожена, выделена, именно с целью того, чтобы дети могли до 7 лет, они могли спокойно, совершенно с инструкторами в свободной зоне самостоятельно обучаться кататься на коньках.